От укусов клещей за праздничные выходные пострадало около 800 человек. Это только в Красноярске. Такую статистику нам сообщили в Роспотребнадзоре за период с 1 по 5 мая. Почти половина укушенных – дети. Специалисты напоминают, впившегося клеща ни в коем случае нельзя вытаскивать самостоятельно. Нужно обратиться в ближайший травмпункт и сделать это лучше в первые сутки. А самого клеща сдать на исследование в пункты приема на Сопочной 38, на Ленина 68 или по адресу 26 Бакинских комиссаров 29. Добавлю, сейчас у кровососов очень активная фаза, и поймать их можно где угодно. Даже не думал, что просто выйдя во двор, в автомобиль парковочный, в кармане 2 метра ступил на газон и вот прицепился. Только сегодня вот обнаружила, 2 дня, то есть назад это было. В гремящей гриме просто прошла по асфальту. Просто шла по дорожке и все. Шла по дорожке, а потом посидела на лавочке там минутки 3. Мой 15-летний сын гулял в районе Удачного. Коме. И вечером, когда вернулся домой, обнаружил у себя в пупке клеща.